Радостно быть здесь, славить, молиться, быть в присутствии Божьем вместе с вами. Это чудесно. Вы знаете, что мы провели неделю, вот нас несколько человек было на последнем этапе сплава, провели неделю в лесу, ночевали на улице, кормили разных кровососущих насекомых. Но я вам скажу, это было благословенное время. Для меня лично это было благословенное время. И вот с кем общаюсь, это просто благодать. Мало того, что нам с погодой повезло очень в этот раз. Я вообще, ну, я несколько раз сплавлялся. Это был самый лучший сплав для меня. И не только потому, что погода была хорошая, не только потому, что места были красивые, но и потому, что мы могли иметь общение друг с другом, и ничто нас не отвлекало от этого. Общение друг с другом и общение с Господом. И вот для меня вот все это в этом сплаве, все это сплавилось и благословило меня. Я получил благословение. И знаете, там на сплаве мне пришли некоторые мысли или откровения, которыми я бы хотел сегодня с вами поделиться. Вообще мы сплавлялись по реке Чусовой. И можете картинку показать первую? Ну, река, наверное, одна из самых красивейших на Урале. И поэтому там много людей сплавляется. Вообще в субботу, воскресенье мы видели там, знаете, такое количество людей, что мы подумали, тут как магистраль просто эта река. Туда-сюда, моторные лодки, катамараны. Ну, хорошо, что на следующий день все пошли на работу, а мы уже так в воскресенье, в понедельник, в одиночестве созерцали вот эту красоту. Вот эти фотографии сделаны больше 100 лет назад одним фотографом. В общем-то, это были первые фотографии цветные вообще в нашей стране, а возможно и в мире. Это фотограф Прокудин Горский, он изобрел свою какую-то систему цветной фотографии. И вот он проехался в 1912 году по Чусовой и вот нафоткал. Вы только первые три пока показываете. Нафоткал вот эти вот фотографии. И вы знаете, не передает, конечно, проектор красоту, которую он наснимал. Но я вам скажу, что даже его очень качественные фотографии, они очень хорошего качества, они не могут передать то, что мы видели своими глазами. Это не то, чтобы вот та красота, которая там завораживает дух или восхищает, как может быть горы или водопады, но в этой красоте что-то было за этим, что-то величественное стояло, что-то прекрасное стояло. И на самом деле, когда мы смотрели на все это, мы плыли целую неделю и смотрели на это, и за всем этим я видел красоту Божьего творения. И не только я, но и другие говорили, это просто чудесно, то, что Бог сотворил. Мы поднимались на одну скалу, которая называется Камень-Великан. Она там, наверное, самая большая, 120 метров возвышается. И мы стояли на этой скале, и вся земля у нас была внизу. Мы были выше деревьев, выше ястребов, которые всегда летали над нами, а там теперь они ниже летали. Мы смотрели, вот я лично смотрел завороженно как-то вот на все на это. Это было особое впечатление, оно со мной осталось, которое я получил, созерцая вот эту красоту Божьего творения. И на самом деле Писание нам говорит, что через природу мы с вами можем видеть величие Бога, величие Творца, величие того, кто все это создал, кто все это сотворил. Вы знаете, в советское время был очень популярен туризм, альпинизм, да? Вы знаете? И туристы шли в эти, из городов, оставляли Москву, Петербург, Свердловск, и шли в эти походы с рюкзаками, кормили это, гнуса этого, ночевали в палатках. Палатки не такие были, как сейчас. Носили с собой ватные спальные мешки. В общем, жизнь была нелегкая у туристов. Но что-то их туда вот манило, в эти места.
они там получали то, что не могли получить в суете городов, где работа, быт, дом. Они видели красоту. Может быть, не все из них понимали то, что за этой красотой стоит Бог. Но даже не понимая, возможно, они это чувствовали. Поэтому их влекло туда. И поделились со мной некоторые туристы и сказали, что некоторые из этих туристов советского времени потом пришли в церковь, стали верующими. А потому что они уже к Богу приближались тогда, когда они ходили в эти походы. Величие Бога мы можем видеть через природу. Писание говорит, что если бы люди смотрели внимательно, то, глядя на окружающий мир, они бы пришли к познанию Бога. Через рассматривание творений, Писание говорит, виден Творец. Но просто люди осуетились в умствованиях своих, осуетились в суете своей. Они перестали взирать на это. И познание Бога оказалось для них закрытым. Для многих, к сожалению. Но посмотри, вот что написано, например, в книге Иова. Иов, 12 глава. Прочитаем с вами. Итак, книга Иова, 12 глава, 7 стих. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». И вот здесь говорится, посмотри внимательно, спроси у творения, и все творение тебе скажет, рука Господня сотворила сие. Во всем этом виден замысел и величие Творца. Замысел и величие Творца. И вот я хочу продолжить то, что сегодня Ольга начала говорить о Давиде. Она, в общем-то, предвосхитила в чем-то мою проповедь. Сбежала вперед. Но, думаю, это не случайно. Я тоже хочу поговорить с вами о Давиде и прочитать из 8-го псалма, 4 и с 4 стиха. Давид пишет: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыку над делами рук твоих, все положил под ноги его». Давид не случайно написал эти строки. Вы помните, кем работал Давид до того, как его взяли на работу во дворец? Какая у него была специальность, профессия? Кто скажет? Пастух, все хором говорят. Давид работал пастухом. В семье для него другой работы не нашлось. Пастух – это самая неквалифицированная работа. То есть он не был ни плотником, ни столяром, ни воином. Он был пастухом. И то, что он делал, он пас овец. А знаете, у того, кто пасет скот, у него много, голова свободная и много свободного времени. Не так ли? Ну, вывел, привел ты овец на поляну, где они едят. И что тебе делать? Я не знаю, что сейчас делают пастухи. Мне кажется, до сих пор есть такие. Но Давид занимался тем, Писание говорит, что он прославлял Бога. Вот в это время, когда он пас овец, он славил Бога. Он проводил с Богом время. И время это слагалось в часы, в дни, в недели, в месяца, в годы. Он годы проводил с Богом наедине. И это что-то в нем формировало, согласитесь? Покажите Давида, пожалуйста. Были картинки, где он сидит с лирой, и с этой лирой он прославляет Бога. Или как там, псалтырь это называлось. В общем, струнный инструмент, аналог, может быть, нашей гитары.
То, что любят походники. Сели под гитару, тара-ля-ля. Вот. И Давид, он сидел и прославлял Бога. И Давид провел много-много времени, созерцая Божью красоту, созерцая Божье творение. И что-то в его душе рождалось. Вы знаете, в последнее время я люблю совершать прогулки. Ухожу там километров 6, я прохожу, полезно для здоровья, свежий воздух, калории сгорают, мозг проветривается. Но не только поэтому я хожу на прогулки. Я ухожу туда, где нет людей, у меня недалеко пруд, ухожу на пруд, и там я смотрю на облака, смотрю на деревья, смотрю на воду, и за всем этим вижу величие Господа. И ощущаю Его присутствие. Он как бы говорит: я здесь, я во всем этом. Ты можешь ощутить меня, ты можешь меня почувствовать. Я здесь. И потом я возвращаюсь и иду снова по улицам, где ездят машины, ходят люди. И знаешь, и вот когда ты смотришь на эту суету, она как бы тебя отвлекает, и ты уже так не чувствуешь Бога. Но мысленно обращаешься, и Он говорит: я здесь. Все хорошо, я здесь. И, ну, кто-нибудь может сказать, какой в этом практический смысл? Вот что тебе дает это присутствие Бога? В карман не положишь, булку хлеба на это не купишь. Так или нет? Время потрачено. Не лучше ли бы просто просить там, ходатайствовать, упрашивать Бога, чтобы Он что-то дал полезное? Это более полезное времяпрепровождение. Или хотя бы за других людей молиться. Зачем тебе вот это присутствие Божие? На самом деле, для неверующего это пустая трата времени, казалось бы. Но с присутствием Божьим приходит и сам Бог. Аминь. А вместе с Ним приходит любовь, вера, надежда, уверенность. Так или нет? Когда Бог с тобой, тебе легче жить. Уходит суета, проблемы отступают на задний план, потому что Бог здесь, Он с тобой. И поэтому для нас необходимо проводить время с Богом, находить время для уединения, для того, чтобы общаться с Ним. Не просто даже просить что-то у Него. Иногда надо и просить. Иногда надо встать, ходатайствовать за себя, за других. Но не только это. Иногда нужно просто прикоснуться к Нему. Просто сказать Ему о своей любви. Ощутить Его присутствие, Его прикосновение. Нам необходимо это время с Богом. Для того, чтобы освободиться от этой суеты. Я пошел на сплав для того, чтобы у меня перезагрузка произошла. Для того, чтобы успокоиться внутренне. И ну, плюсов много в этом, но в том числе в этом сплаве. И общение, и хорошая природа, и все такое. Но я хотел, чтобы что-то внутри меня приближалось к Богу. Мое сердце, чтобы приближалось к Богу. Нам необходимо проводить время с Богом. Давид это делал, проводил время не потому, что он понимал, что это полезно ему, что это необходимо ему. Он просто любил Бога. И всем своим сердцем выражал ему свою любовь. И вот так вот, познавая Бога, Давид понимал, что Бог не только создал все это, всю эту природу, которой он восхищался, не только создал, но он это держит все в своей руке, что свое творение он контролирует. Писание говорит, что мы им живем и движемся и существуем. Им живем. Просто люди не понимают этого. Люди отвергают того, кем они живут. Как если бы они говорили: я не верю вообще, что кислород есть, а сами им дышат. Я не верю, что мне нужен воздух для дыхания, а сами дышат этим воздухом. И точно так же люди отвергают того, зачастую, кто дает им эту жизнь, кто держит их. Потому что Дух Божий наполняет все творение. И Писание говорит, что все творение содержится силой Слова Его. Словом и Духом. Давайте еще один псалом прочитаем. Псалом 64, 64, 10 стих. Вот что пишет Давид.
Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее. Это он все наблюдал. И вот пишет в псалме. Обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее. Уравниваешь глыбы ее. Размягчаешь ее каплями дождя. Благословляешь произрастение ее. Венчаешь лето благости твоей. И стези твои источают тук. Источают на пустынные пажити и холмы. И холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. И Давид уверен, что за всем этим круговоротом, который происходит в природе, за благодатью, которая есть в этом, за всем этим стоит Господь. Он дает пищу, Он дает траву для скота, Он дает дождь, благодаря которому все растет. Он дает это все. Он наш не просто, не только Создатель, но и тот, кто дает нам жизнь по сей день. И Илия, например, пророк, понимал, что Бог контролирует природу, и 3,5 года не было дождя в Израиле в наказание за грех, но после этого Илия помолился, и дождь пошел, потому что все это в руках Божьих. Иисус Навин, когда сражался с врагами, и не успевал их одолеть до захождения солнца. Сказал: «Солнце, стой!» И что? И оно остановилось. И Иисус, когда в лодке на штормы, волны, ветер, Он сказал: «Утихни, перестань!» И все успокоилось. То есть Бог контролирует все силы природы. То есть все находится в Его руке. Знаете, что интересно? Вот я недавно подумал. Как мы в Библии, как мы читаем? Грешит народ, и Бог посылает там какое-то испытание. То там на Содом и Гоморру дождь огненный прольется, да? Людей там потопом потопит. И мы видим, это рука Божия. А сегодня мы же так не думаем, даже верующие. Мы думаем, это стихийные бедствия происходят. Я не знаю, что и как происходит по воле Божией. Землетрясения, цунами. У нас нет сейчас таких пророков, которые бы нам возвестили, как раньше. Но я уверен, что, несмотря на то, что на земле происходят разные катаклизмы, все это находится в руке Божьей. То есть не так, что, ох, земля выходит из-под контроля. Знаешь, Бог забеспокоился, что-то на ней, землетрясение, наводнение, цунами, что делать? Я думаю, что Бог так не переживает. А как вы думаете? Все находится в Его руке, несмотря на то, что происходит. И что я хочу сказать? Если Бог вот так вот контролирует все, что Он создал, то тем более в Его руке и человеческая жизнь. Потому что все, что Он создал для кого? Для человека. Вот как раз говорил, писал в псалме Давид, что ты все положил под ноги человека. Все, что создал, положил под ноги. Итак, если Бог держит в своей руке все творение, то тем более человеческую жизнь. И тем более Бог готов помогать тем, кто Его знает. Иисус не случайно говорил своим ученикам: вы почему так боязливы, маловеры? А почему, во что они должны были верить? Чего они не должны были бояться? Они должны были верить в то, что Бог все контролирует, контролирует их жизнь. Иисус говорил: даже волос с вашей головы не упадет без ведома Господа. То есть Бог видит все. Все, что происходит с тобой, все, что происходит с твоим братом, с твоей сестрой, Бог видит все. И вот Давид, когда он проводил это время с Богом, чему он научился? Он научился полностью доверять Господу свою жизнь. Полностью. И факты подтверждают это, потому что когда на стадо нападал медведь, что делал Давид? Он говорит: я гнался за ним, отнимал у него добычу, ну, ягненка. Когда лев нападал, он шел и отбирал у льва. Абсолютная смелость такая. И причем это не самонадеянность.
Библия говорит нам, не искушай Господа Бога твоего. То есть не надо лезть на рожон куда-то бездумно. Но у него не было это какой-то безответственностью. Он был уверен, то, что Бог с ним и помогает ему в его работе, в том, что он делает. Он был уверен в руке Божьей в своей жизни. И вот это осознание присутствия Бога в своей жизни дало ему смелость. Я хочу прочитать вам из первого царства, из первой книги царств, 17 глава, 22 стих. Здесь говорится о том, как Давид вообще появился в поле зрения царя Саула и вообще множество людей в Израиле. Это знаменитая встреча Давида и Голиафа. Давид пришел принести гостинец от отца своим братьям, которые были воинами и пришли сражаться с филистимлянами. И что? И он видит, огромный стоит воин и проклинает войска израильские. Проклинает. И вот давайте 22 стих прочитаем. «Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и придя спросил братьев своих о здоровье. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, ну, те слова проклятия. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Что это были за люди, которые убегали от Голиафа? Это были воины. Воины постоянно тренируются, совершенствуют свои навыки. Они идут в бой не просто так. Они готовятся, они тренируются, они учатся воевать. То есть это обученные люди. Но посмотрите, они сталкиваются с непобедимым единоборцем. И что? И убегают от него. Потому что вся их надежда была только на их умение, только на их щит, только на их копье или их меч. Они надеялись на себя, и они понимали, их мастерство против мастерства Голиафа очень слабое. Ни один не был готов выступить и сразиться. Это была традиция раньше. Перед началом сражения какие-то самые сильные воины вступали в единоборство. И если побеждал, ну, если побеждал тот, кто принадлежит вот этому войску, это поднимало боевой дух. Это не то, чтобы в войне они побеждали, нет. Поднимало боевой дух. А у тех, соответственно, у проигравших дух падал. И вот это было традицией. И посмотрите, никто, ни один человек из Израиля не был готов сразиться с Голиафом. Почему? Потому что их сила была только в них самих. И они убегали от него и боялись. Но Давид, мы знаем, научился доверять Господу. 34 стих прочитаем. «И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то есть, ну, еще и бросается, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что он так поносит воинство Бога живого. Не пойти ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный?» И вот Давид говорит: ну что мне этот Голиаф? Я и льва, и медведя. Если он бросался на меня, то я убивал его. Палкой прогонял этих свирепых животных. Откуда у него такая уверенность? Посмотрите, 37 стих. «И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя». Кто избавлял его? Он говорит: Господь. Господь.
избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобой. У солдат, которые убегали от Голиафа, не было опоры в Боге. И вот так вот бывает, мы, когда сталкиваемся с какой-то проблемой, если мы до этого не проводили время с Богом, если мы до этого не встречались с Ним, не учились доверять Ему, не учились верить, вопреки, может, тому, что мы видим, если у нас этого не было, то когда приходит Голиаф, когда приходит проблема, у нас нет сил сопротивляться Ему. Мы сдаемся, мы убегаем. Но если мы возложили упование на Бога, если у нас есть эти часы, дни, месяцы, недели, которые мы проводили с Ним, то когда мы сталкиваемся с испытанием, тогда начинает работать наша вера. Она не возьмется ниоткуда. Она приходит от познания Бога. Вы согласны с этим? Она приходит от познания Бога. Вы знаете писателя Марка Твена? Кто-нибудь читал его книги? Тома Сойера, там, Гекльберри Финна и другие. Очень хороший писатель. Он был атеист, неверующий, а жена у него была верующая. Может быть, вы знаете уже эту историю. И он своим неверием повлиял на нее. И она разуверилась в Боге. И когда как-то было плохо очень, какая-то ситуация, грустно было Марку Твену. И он говорит: поддержи меня, дорогая жена, своей верой. Она говорит: ничего у меня не осталось. Потому что надо больше Бога слушать, чем людей. Она себя не могла поддержать. И мужа своего не могла поддержать. Потому что она перестала проводить время с Богом. Перестала надеяться на Него. Перестала уповать. И когда пришла проблема, ей нечего было предложить. У меня нет веры. У меня ничего не осталось в сердце. Вот, дорогие, почему я это говорю? Потому что мы верующие, мы ходим в церковь, мы слушаем проповеди, поем песни прославления. И это хорошо и прекрасно. Но если у тебя нет, не развиваются личные отношения с Богом. Если ты не знаешь Его, Бога твоей тайной комнаты или вот того леса, в который ты идешь там гулять, если ты не знаешь этого Бога, то не помогут тебе многие проповеди, которые ты слышал, хорошие, важные и полезные. Не помогут тебе самые лучшие песни прославления. Если ты не знаешь Бога сам, лично. Ведь эти израильтяне, которые были там солдаты, это же все были народ Божий, которые храм посещали не один раз в году. Понимаете? И у них ничего не было, что предложить в этой схватке. А у Давида было. Потому что он знал Бога лично и мог на Него положиться, мог на Него надеяться. Мог от Него получить помощь. Хочу еще один псалом прочитать с вами. Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Что видит Давид? Он видит Господа, который сотворил небо и землю, который все это держит в своей руке. Господа, который сотворил это все и тебя еще хранит. Хранит твою жизнь. Не спит, не дремлет, хранит тебя. Дальше 5 стих. «Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».
Господь, помощь от Бога. Вот о чем говорит этот псалом. И он, Давид, он возводит это к тому, что он творец, он создатель. У него достаточно силы для того, чтобы сохранить тебя в своей руке. И мы в его руках. И Иисус четко об этом сказал. Мои люди в моей руке, и никто их не похитит из руки моей. Понимаете? Никто не похитит. Нам иногда кажется, что Бога надо упрашивать, у Бога что-то надо вымаливать, как-то убедить Его, что тебе это нужно, о чем ты просишь. Обратить на себя внимание, возможно, Он занят какими-то другими делами. И вот надо как-то достучаться до небес. Давид говорит, прежде чем я произнесу слово, ты уже знаешь его совершенно. Он прекрасно понимал, ничего не надо выпрашивать. Общение, контакт, живая молитва, не религиозное упражнение. Бог слышит тебя, Бог знает тебя. И, конечно, найдутся скептики, которые возразят против того, что я сегодня говорю, что мы в руках Божьих, Бог держит нас. Скажут, ведь случаются такие ситуации, когда с верующими происходит беда. А как вы думаете, когда такая ситуация происходит, это что, Бог не досмотрел? Вот что вы думаете? Бог отвлекся, или мы что-то там не промолили, не домолили. Конечно, надо молиться. Иисус говорит, молитесь всегда, когда какая-то нужда, будьте как эта вдова бедная, которая просит и просит, пока не получает. Молитесь, просите у Бога. Бог благ, любит вас. Но это не значит, что Бог что-то выпускает из-под своего контроля. Вы знаете, у нас брат один сейчас, прямо скажу, в церкви находится при смерти. У него серьезная болезнь, которая прогрессирует. И мы знаем, что пока он жив, мы будем молиться и ходатайствовать за его исцеление. И верить в то, что Бог может совершить чудо. Мы не будем отступать. Но раньше бывало, что я молился за человека, и он умирал после этого. И я думал, это мой проигрыш. Я что-то не доверил Богу, не домолил, плохо стоял в вере, плохо исповедовал. Думал так. Мы иногда воспринимаем смерть как поражение. Но я хочу сказать, что в любом случае, вот про этого человека, совершится чудо или не произойдет чудо, он в Божьих руках. Вот в это я верю. Я не знаю, почему Бог иногда совершает удивительные чудеса, иногда не совершает. Даже по молитвам верующих. От нас сокрыты мотивы, почему Бог делает так или иначе. Но Бог нас учит, несмотря на обстоятельства, которые происходят вокруг нас, уметь Ему доверять, продолжать Ему доверять, несмотря ни на что. И в Римлянам, 14 главе, хочу прочитать вам вместе с вами 8 стих. Апостол Павел пишет, «Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни». Вот это то, что нам говорит Писание. Живем ли, умираем ли, всегда Господни. И
нам нужно освободиться от страха, что Бог что-то не углядит в нашей жизни, что-то пропустит. Освободиться от страха и доверить Ему свою жизнь такой, какая она есть. И жить для Господа, и умирать для Господа. Вот это полное доверие. Потому что часто мы жить для Господа готовы, а умирать не готовы. Вот Иов, которого я в начале из книги читал, он был готов и жить для Господа, и умирать. Даже тогда, когда перестал понимать вообще, что происходит. Он говорил, а я верю, Искупитель мой жив. Вопреки всему. И Иов для нас пример долготерпения. Потому что иногда мы, как верующие, когда все хорошо, Бог действует, благодать Его со мной. Когда все плохо, Бог, ты где? Он здесь, Он с тобою. И когда хорошо, и когда все плохо, и ты в Его руке всегда. Поэтому доверяй Ему. Надо о чем-то просить, проси. Надо о чем-то молиться, молись. Но никогда не думай, что Бог отвернулся от тебя и оставил тебя. Дьявол часто обманывает, когда мы согрешаем. Такое случается с верующими. Не правда ли? И он говорит, дьявол говорит, все, Бог от тебя отвернулся, выпустил тебя из твоей руки, теперь ты в моих руках, и я тебе ам-ням-ням-ням буду тебя атаковать и поражать тебя. Это неправда. Согрешаем мы, благость Божия ведет нас к покаянию. Бог нас не выпускает из своей руки. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда человек отворачивается от Бога и просто уже идет и бесконтрольно просто живет, грешит, и тем самым отказываясь от благодати Божьей. Не про это я говорю. Согрешаем мы. Бог с нами. И когда ты слышишь обличение от Духа Святого или во время проповеди, это значит, Бог с тобой. Он тебя воспитывает. Аминь. И поэтому, когда ты согрешаешь, не отворачивайся, не прячься, не уходи от Бога. Он все знает. Надо просто прийти и исповедать перед Ним. Сказать, Господь, Ты все видишь. Прятать смысла нет. Тебе не нравится это. Я прошу, прости меня. Я знаю, что есть люди, которые страдают от зависимости разных. И это их очень тяготит. Потому что они понимают, это неправильно, избавиться от этого не могут. Я хочу сказать, Бог вас не отвергает. Он вас любит, несмотря на эту проблему. И более того, желает вам помочь и освободиться от этого. Понимаете? Потому что я понимаю, когда люди делают один и тот же грех и не могут с ним справиться, они думают, что Бог на них теперь только плохо будет смотреть. Бог грех не любит, это правда. Бог грех ненавидит, но любит тебя. Понимаете? Любит тебя и желает помочь. И поэтому Он не хочет тебя выпускать из своей руки, если только ты сам не захочешь уйти. Он держит тебя в своей руке и готов очищать, баловать, благословлять, а иногда воспитывать, допуская трудности, проблемы, чтобы характер возрастал. И вот сможем ли мы доверять такому Богу? Или нет? Потому что некоторые думают, от Бога должны быть только пряники. Только все такое приятное. А Иов говорил, а что, хорошее будем принимать от Бога, плохого не будем, что ли? Мы раньше смеялись над этими стихами. Говорили, вот Иов, плохое от Бога собрался принимать. Мы не принимаем плохого от Бога. Только хорошее. Но жизнь, что показывает нам, разные бывают ситуации. И в каких бы ситуациях мы ни оказались, Бог с нами. Аминь. Можно музыканты? Аллилуйя.
Я хочу прочитать под конец один псалом, 148-й псалом. И прямо вот с первых стихов прочитаем. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. И для нас это понятно. На небесах звучит хвала, ангелы Божии, херувимы, серафимы, все это небесное воинство славит и восхваляет Бога. Это их работа. Но псалом идет дальше и говорит: хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел, и сотворились. И все творение восхваляет Бога, восхваляет, как своего Творца. Он повелел им, и они появились, эти звезды, луна, солнце. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы, все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные, все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые. И вот теперь он уже переходит ко всему животному миру, растительному миру. Говорит: хвалите рыбы, звери, деревья, хвалите все Бога. Он видел, что все это творение безмолвно прославляет Бога. Безмолвно. Вы знаете, я смотрел одну передачу про путешествия, и ведущая, когда она сидела на вершине горы и видела пейзаж, который вокруг нее открывается, она была потрясена красотой и величием этого пейзажа. И это было искренне, я видел. И она говорила, сидела там и говорила: я не могу, я плачу. Что-то касалось ее в этот момент. А касалось ее присутствие Божие. Она видела, что все это славит Бога. Может быть, не осознавала, не понимала, но чувствовала своим сердцем, своей душой. И слезы эти были не телевизионными сделанными, но и настоящими. Потому что все творение славит Бога. Но не только животные, не только растения. Дальше. Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Сегодня мы также являемся народом Божьим. И Писание нас призывает всегда восхвалять Бога. Когда я сплавлялся вместе с братьями и сестрами, такое было хорошее время, драгоценное. Сплавлялся по часовой, мне хотелось говорить: Бог, Ты велик, Ты велик. Смотрел вокруг: Бог, Ты прекрасен. Ты прекрасен и велик. И вы знаете, мы можем спеть какой-нибудь псалом, дорогие. Просто присоединиться к этому хору прославления, который звучит всегда. Все творение славит Бога, а мы с вами, тем более, должны славить Его. И все это пускай идет из нашего сердца, потому что мы понимаем, Он наш Творец, Он наш Отец, Он заботится о нас. Никогда не оставляет нас, что бы ни случилось.